Всем привет! Добро пожаловать на очень вкусный канал. Хочу поделиться с вами рецептом сытного салата с отварным свиным языком, свежими огурчиками и вареными яйцами. Этот салат отлично подойдет для праздничного стола. Для начала отвариваю язык. Для этого помытый язык залила холодной водой и довела до кипения. Убавляю огонь, снимаю пену, добавляю кусочек моркови, разрезанный лук напополам, душистый перец и варю язык на медленном огне 1 час. После варки язык промываю холодной водой, очищаю от кожицы и нарезаю язык соломкой. Свежий огурец также нарезаю соломкой. Отваренные яйца тоже нарезаю соломкой. Смешиваю все ингредиенты в салатнике. Лук, зеленый укроп нарезаю мелко, добавляю к остальным ингредиентам. Далее добавляю соль и майонез по вкусу, все хорошенько перемешиваю. Такой салат получается очень вкусный. Обязательно попробуйте приготовить. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите об этом в комментариях, делитесь с друзьями. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные вкусные рецепты. Всем спасибо за просмотр и приятного аппетита!